Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Лугар. Что это? Ого, что мы нашли? Отец? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога? Назад, быстро. Это не к добру. Подходи к клеткам. Но почему их заперли? Готовься. Что? Приготовься! Надеюсь, не зря. Хитро. Очень хитро.
коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага.
Это можно использовать! Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Снова колокола.
Видно, рядом Нарнирский сундук. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Что приглянулось? Ну, если что-то будет нужно, я тут. Еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? Сюда. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Мы внутри. Ганатуя! Ну, конечно. Неплохо для начала. Отлично! Что это значит? Слушаюсь. От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Ого! Вот это впечатляет! Ну?
сумку Гина! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Восстанавливаются.
Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Бифростом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышу? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Гина, Нуна! Еще один! Назад! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял.